Еще хочу я поговорить, вот есть такая наука, которая изучает влияние деревьев друг на друга. Вот считается, что фундук, он угнетает виноград. Вот смотрите, они практически рядом растут, ну я бы не сказал, что этот виноград угнетен. Скорее всего, он угнетает этот фундук. И вот рядом почти столетнее дерево ореха. Видите, тоже оно не оказывает особого влияния. Смотрите, орехи какие мощные у меня, грецкие. И вот у меня сад, как бы трехъярусный. На первом ярусе смородина, она хорошо тень выносит, есть видео. На втором ярусе все, что угодно растет у меня. Вот это кизиловый сад. Фундуки растут. Даже вот тут вишня в тени. Этих орехов неплохо себя чувствует. Ну вот сейчас мы по заснеженному саду пойдем смотреть на штамбовую, вернее не на штамбовую, а на кустовую формировку фундука.